Так, стопы налево, направо, блядь. Закрываем все двери за собой, ёптать, если чё, вдруг. Так, ну короче, здесь территория была очищена в тот раз еще. И в этот раз зомби здесь так и не появились. Собственно говоря, видимо, они уже тут и не появятся. Это очень хорошо. Можно в идеале... Нет, ну можно где-то, конечно, в поле построить свой дом. А можно не заниматься всякой херней и просто отстроить этот. Уже готовый. Правда, я думаю, стоит переехать на второй этаж, потому что... Ну, так будет, наверное, проще прожить. Так, это же я глазел, конечно. То есть, в принципе, реально здесь больше никого нет. Все тип-топ. Я не знаю, там, наверное, можно еще какие-нибудь верстаки делать, что-нибудь типа того. Поэтому, естественно, понадобится место для всего этого. Тем более, я тут все позакрывал, я тут все сделал нормально. Никого же нет, надо перепроверить. Что-то я, по-моему, даже яму закрыл, нет? А, ну я там гараж попытался, но что-то... Какая-то хрень там не получилась, нифига. Так, печка тут горит, значит, мне, собственно говоря, тепло и комфортно. Надо бы гаражик сейчас закрыть, только я не знаю чем. Я, по-моему, немножечко заставил там все это дело травой. Ну, трава... Блять, ошибся. Ну, трава, сами понимаете, она как бы... Блять, практически без хп. Вот это все, что да, я сделал, да? Так, я уже просто подзабыл, что я делал, что я мутил. А, я хочу есть и пить. Охеренно, да. Такой, получается, квадратик выбивается. То есть нужно тут все оббить, чтобы можно было вставлять свои кубы. Вот, вот это уже тема, слушай. Тоже две двери. Здрасте. Тут кто-то в гости ко мне приходил, но я не совсем гостеприимный. Так, есть мясо, надо жарить, правильно? Надо успевать жарить. Поэтому, сейчас быстро. Ставим campfire. Я думаю, даже не дома. Как бы день на дворе. Вот ты тварь, да, смотри. Так, поставили. Сейчас захерачим вот эту тварь. Уже справляемся просто на изи. Откуда он, кстати, взялся? Я тут всех перерыл, как бы. Всех убрал. Юз. Чё теперь, как делать? Вот мясо, типа... Нет, чуть неправильно, да? Bullet meat. Я ни хрена не умею. А, вот это умею, но... Вот. Кук. Какого... А, подожди, тут еще что-то надо. Доски, да, видимо, нужны. Сейчас возьмем доски. Бля, как часть взять, я, короче, не знаю. Хрен поймешь вообще. Так, разжег. Теперь, значит, как... Use, no. No use, motherfucker. Cherried meat. А, что за хрень? Я просто хочу есть. Но один хрен я не могу приготовить по каким-то причинам. Вот это типа радиатор, кастрюля у меня. Есть что-нибудь такое? Может, типа так надо? Блять, это решетку я где-то это видел. Я ее, наверное, переработал просто. А кастрюли нет, да? Вот есть реальный радиатор, но... Там просто сетка металлическая. Что-то не вижу. Если было, я не увидел, то... Ну, извините, я дурак. Можно залутать этот домик. Такое чувство, как будто тут пусто. Закрыто.
Это что такое? Какая-то переноска или что это? Да, конечно, так написано, что все прям понятно. Да, там эти хрени. Может, он дальше сам будет ломать? О, ломает неплохо, слушай. Бля, куда идти-то? Сюда, да? То есть туда отходим. Дверь открыта. Нормально. Сейчас быстренько. Блять, вот это я дурак. Вот это я дурак. Кончен и. Хера я напоролся. Ладно, хоть хп более-менее. Так, тот вылез. Это, наверное, стену еще должен. Давай быстрее вылазь, зараза. Так, отлично. Иди сюда. Нихера она быстрая, зараза. Блять, пиздец. ХП не пополняется, да, блядь, просто от кровотечения. Да, класс. И эти уже исчезли, получается. Нихера как быстро. Мышка, давай это рулись, пожалуйста. Так, нет, вначале там, значит, залутаем. Опа, я вот эту хрень хочу. По-любому годная тема. Где-то кого-то слышно еще. Гильза. Ну явно же здесь. Нет, где-то ходит. Где-то уже ходит. Опа. Молотило. Тут что ли? Вот здесь. На улице. Ну давай сейчас выйду его убью. Пошурой. Хрен, блядь, какой, а? Посмотрите. Он еще и на шипах прям навернулся. Прям. Так, ну все, минуснул. Что-то я еще слышал. Кто-то что-то бьет. Где-то тут. Кого я разбудил тут? Стекла разбивает. Да хрен, мне кажется, снаружи. Да. Добивочка, отлично. Левел, чё, левел ап 4-й, что ли? Приятненько. Так, чё я стул-то не забрал? На чём опять сидеть-то буду, ёп. Так, тут я залутал, значит, да? Тут нихера нет. Тут комнатушка закрыта. Бля, они же могут стоять еще. Во. Нахер подальше отсюда. Тут что-то как-то там неудобно сражаться. Блять, беги, ёб твою налево нахер. Минус нахер, пошел, ты знаешь куда? Ну ты уже ушел туда. Так, вроде пока норм, что смотрим дальше? Нитки. Нитки, тряпки. Блять, мышка твою же налево. Кто-то что-то съел? Или это я так типа только? Блять, зараза. Же. Твою же, блять, нахер, сколько вас здесь? Блядь.
Ай-яй-яй-яй, уходим. Немножечко застрял. Лучше так встану, как в тот раз. Кто же прыгать будет? Да, умеет прыгать, сучка. Так, все, да? Бальзамировщик какое-то достижение. Бля, нихера их тут дома, бля, я уже устал биться. Кстати, молот сейчас уже сломается. Да, лучше сделать так. Сильно не рисковать. Бля, опять кто-то проснулся. Тварь. Блять, попало. Стулья, ёб твою налево. Сучка. Что-то еще где-то было, нет? Так, патрики, что-то еще. Так, тут я, видимо, брал уже. Блин, кто-то что-то съел, блядь. Так, опять таблы какие-то. Стакашка. Пусто. Тут заперто. Так, тут я заходил. Так. Опа. Что это? Книга? Так, все взяли. А книгу можно прочитать? Юз. О, что-то изучил. Это хорошо. Так, еще раз вот здесь мастерскую. Больше ничего такого нет интересного. Хренушки, да? Все сломано. Так, ну эта хрень же мне нужна. У меня же есть супермолот. Да, блять, надо переключить же вначале. О, это жесткая херь. Блять, еще раз. Блять, это... Ну, вы поняли, да? Да, видимо, тоже на улицу. Да, это все на улицу. Блять, это туда, наверное, в комнату куда-нибудь. Да, скорее всего. Ну да, это вот эта дверь. Че херней заниматься-то? Че, будет тут кто-нибудь просыпаться? Будет, да? Минус? Нет. Сейчас минус. Точно? Что-нибудь пистолет бы какой-нибудь найти, ружбайку, что-нибудь такое интересненькое, блять, сколько можно? С топорами бегать, как дурак. Современный век на дворе. Я, блядь, всякой херней орудую. Что-то закрыто. Ну придется открывать, что как бы сделать-то? Правильно. Да, там же. Нет. Тут? Нет, здесь. Что так долго шел? Добивай уже. Опять пусто, да, нихера нету. Баксы. Есть баксы. Нахер, которые не нужны. Молот, конечно, очень крутой. Писец он сшибает. Ну и кончается так-то. Тренажерный зал. Блять, куда эта дверь ведет? Опа, хавчик. Водичка. А, алкоголь.
Ага. Ни хрена, тут еще этаж. Опа. Ага. Слева где-то? Наверху, значит, вероятнее всего. Блять, сейчас как свалится. Что-то бьет, разбивает. На улице опять, наверное, да? Пробую забежать. Так, один, да, тут? Бля, сейчас свалится же. Бля, где он? Бля, кто так долбит-то жестко? У меня аж что-то страхово стало. Понятно. Хера ты здоровый, блядь. Ты бегаешь еще быстро, да? Ну все, мне трындец, видимо, да? Надо вот этого в первую очередь. Он не встает больше, хорошо. Нихера я тут разбудил пати, блядь. Охереть, блядь, это пиздец был. 58. У меня хоть хилится что-нибудь нет, когда я бинтуюсь. Нихера, зря бинтуюсь, короче. Зря бинты трачу. Видимо, реально только то... Только для... Для когда кровотечение, короче. Пиздец, блядь. Бедный молот весь потратил. Начинается, блядь. Блять, зараза. Все. Ёб твою налево, нахуй тогда бежим. Бля, я забыл, куда бежать. Не туда бегу. Нахер вот так. Пошло все в жопу, блять. Кровотечения нет. Чертов дом, блять. А кто там что долбит? Нет никого, блядь. У меня уже все позаканчивалось. Блядь. Это мой дом вообще, нет? Да, это мой дом. Так, все, закрываемся, как в тот раз, и тихо-тихо сидим. Фу, блядь, прям вот так сразу. Так, что надыбали? Есть еще нитки. Так, мясо, патрики. Есть. Гильзы. Чё, блядь, гильз не было. Тряпки, таблетосы. Это какое-то мясо, да? Ну, похаваем, хрен с ним. Стул, значит, надо разобрать. Так, вот эту хрень я еще не складировал. Это металл. Это плохой уже молот. Ну да, они вместе, конечно, не складутся. Какая-то хрень она есть по-любому. Да, есть. Банка есть. Так, это разобрать, я думаю. Ну, короче, идея в том, что я не знаю, как восстановить мне выносливость до 104 в данном случае. ХП, ладно, ХП повысится само собой. То есть пока я это дело не знаю, и чтоб просто так не сидеть, я сейчас сдохну, рожусь заново, и у меня будет все на 100%. Ну все, можно с кем-нибудь драться, как назло никого не будет, да? Где есть кто-нибудь? Есть кто-нибудь. Попробуем сейчас победить.
А слушай, не так-то сложно. Долго? Нормально, слушай. Можно и с кулачками, если что, воевать вдруг. Бля, темно, конечно, вообще жесть. Как тут мрачно от этого. Че, есть еще кто-нибудь? Что-то здесь кто-то, ага. Ладно, пусть убивает уже. Ну так себе еще, но уже, по-моему, типа утро. Неплохо. Так, что этот дом залутан, тот залутан. Короче, все, у меня все на 100%. Супер. Я снова живу, радуюсь жизни. Ништячок. Прикольненько. Выносливость, наверное, уменьшалась. Типа от грязной воды, мне кажется. Я думаю, это именно так. Все, нихера больше, ничего интересного. Ёптать, крутые ворота. Что это? Фонарик? Это типа семена, я так понял. Ничего себе. Ну-ка, фонарик. Да господи, мышка, нажмись ты. Нет, что-то ничего не нажимается. Нет. Ни хера не хочет. А что, батарейки нам вставить? Либо я клавишу просто не ту выбираю. Бля, а как такие ворота? Как вот? Может, есть какой-нибудь молот, которым можно разобрать эту вещь, поместить типа себе в рюкзак и потом ее просто поставить? Ворота — это крутая тема. Я их как раз бы к себе в гараж бы поставил. А эти все. Опять фонарик, который нельзя взять. Да, конечно, по нему. Так, там тварь, по-моему, нет? Не, мне уже кажется, я думаю. Так, тут опять все заперто. Я так скоро весь город залутаю, видимо. Все забаррикадировано. Через окошки не зайти, да? Да, все забито вообще, прям в усмерть. Надо как-то проникать. Быстро кончается инструмент. Опа, здрасте. Есть кто? Я тебя уже доломаю, что делать, как бы. Вроде пусто. Бля, как долго. Ради радиатора одного. Колесо не взять. Как обычно. Тут что-нибудь, тут еще что-нибудь. И что тут? Опять какой-то порох непонятный, как им пользоваться. Щиток нихера, да? Что, тут кто-нибудь есть вообще? Сейчас чувствую, опять бежать буду. Как ужаленный. Кто-то где-то спит? Вроде как сопение слышно.
Ну да, спит. Да как ты мне врезала-то, зараза? Нихера вы откуда взялись? Пиздец, я сейчас сдохну тут, что ли? Зараза, я сейчас сдохну тут. Нихера вас тут, бля! Блять, просто... Охренеть вас, сколько со всех сторон эти двое... Как я шел через это помещение? Какого хрена, блядь? Писец...